Что такое телевизор? Телевизор – это такой прибор электрический, на котором можно все узнать. Там можно посмотреть, например, мультики, или новости, или еще что-нибудь. Это такой прибор, который позволяет людям смотреть, подавать информацию, что происходит во всем мире. Бывает и такой современный, он квадратный, а бывает прямоугольный. На современных телевизорах можно даже войти в интернет. Там есть разные каналы: Пятница, Матч ТВ, Супер. Телевизор – это такая техника, которую можно смотреть всякие мультики и всякие передачи. Это такой прибор, с ним никогда не бывает грустно. Почему люди смотрят телевизор? Потому что телевизор показывает очень немного каналов, и людям это дает очень много удовольствия. Ну, смотреть по новостям, либо что-то сгорело, либо какую-то про погоду. Если еще погода дождливая и не получилось гулять, то можно посмотреть телевизор, можно посмотреть про животных, посмотреть, как можно сделать разные блюда. Можно посмотреть спортивный канал, можно посмотреть все, что угодно. Какие мультики или программы тебе нравится смотреть по телевизору? Мне нравится телеканал «Супер», там идут сваты, там есть дедушки, бабушки, карусель. Там «Три кота», «Свинка Пеппа», там еще карусель, чтобы было очень весело. Там мне нравится «Ниндзяго», где всякие драки, там все из лего. Мне нравится мультик «Мимишки». Там показывают, как мишки живут. Мне нравится смотреть мультик «Мимимишки» программы «Матч ТВ». Там показывают футбол. У меня любимая передача «Люди в черном». Ну, там всякие пришельцы, они могут даже сажать человека. СТС. Там всякие проходят фильмы. Я люблю смотреть фильм про супергероев.